Новым министром иностранных дел Великобритании назначен Филипп Хаммонд. Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил премьер страны Дэвид Кэмерон. Ранее Хаммонд занимал пост министра обороны страны. Его предшественник Уильям Хейк объявил о своей отставке в ночь на вторник после 4 лет службы в Форен-офисе. По данным экспертов, эта отставка – часть масштабных перестановок в кабинете министров Дэвида Кэмерона.